рыбьем царстве все по-прежнему нерест. Водичка еще прозрачнее стала, и они балдеют, не боятся. Красноперки много, подлещика. Друг друга туда-сюда гоняют. Больше играются, чем делом занимаются. Сейчас полезем к ним в гости. Но здесь, где они нерестятся, не буду лазить, полезу. Сегодня чуть глубже посмотрю. Может, там они будут питаться, что жрать не хотят. В корчах тут стоят они. А вот у нас так нельзя. Может и можно. Ну прям там они не рестятся и по ним по головам. Не очень. Но я думаю, ничего страшного там особо. Их всех выгнали оттуда, на мою камеру поплыли. Давайте, давайте, пацаны, плывите в камеру. Я там вкусняшек вам положил. Бля, они пошли, пошли, пошли как раз туда, конские. И утки с ней назад. Назад в залив. От гады, а? И я сегодня третий день подряд уже вылез из воды. Правда, сегодня солнышко. Ветер холодный. Но уже не в зимней куртке. Уже закалился. Хорошо. Вчера красивый видосик удалось подснять с чистой водой. Лещики просто плавали вокруг камеры. А сегодня я им положил вкусняшку. Немножко глубже поставил камеру, чтобы они еще смелее туда подплывали. И посмотрим. Ссылочку я вот в сторис выложил на ютубе, видосик. Завтра, может, в инсту его тоже закину. Но в инсте просто игнор. Никто ничего не смотрит, не видит. Лента мертвая. Что еще сказать? Ну, красота тут. Люди занимаются парусным спортом.